прохождение различных крутых игр, обзоры на игры и также игра Вагарио. Если ты заинтересован, то ты можешь зайти подписаться на канал The Vindy, он будет этому очень сильно рад. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, точнее продолжение прохождения нашей замечательной карты про ассасинов, где сегодня мы продолжим наше путешествие. Многие ее ждали, многие меня спрашивали, когда же выйдет новая серия, поэтому, ребята, вот, держите, она вышла именно сейчас. Также не забываем ставить лайки, ребята, чем быстрее мы наберем 2500 лайков, тем быстрее выйдет новая серия. Если мы все дружно поставим лайк и наберем 2500 лайков как можно быстрее, то... тогда же и выйдет новая серия, поэтому, ребята, не ленитесь. Каждый подписчик для меня как друг, поэтому я всех вас приглашаю вступить в нашу большую дружную семью подписчиков. Я прошу потратить на меня всего лишь 2 секунды. Одну на лайк, одну на подписку. За это, ребята, я скажу вам большое спасибо и также выпущу для вас новое видео как можно быстрее. Тянуть мы больше не будем, и мы сразу же будем приступать к самому видео. Ну что, ребята, что мы будем делать в данный момент? Как видите, у нас сегодня уже есть разблокированная новая миссия, которая называется «Банкет». В принципе, мы можем вот это все взять и прочитать, но в первую очередь нам нужно подняться на наш второй этаж нашего ассасинского убежища, да, и спрятать тут нам необходимые предметы, да, ребята, потому что у нас есть уже 8 алмазов за выполнение миссии, за выполнение первой миссии, где нас предал наш друг, нам дали 3 алмаза. И, в принципе, ребята, что мы будем делать в данный момент? В данный момент нам нужно не спрятать, а сохранить все нам нужные вещички. Вот, смотрите, у нас есть уже 9 орбов и 2 звезды, тоже какие-то редкие предметы. Что мы также еще можем сохранить, что нам, в принципе, сейчас не пригодится? Давайте, знаете что, давайте прочитаем вторую миссию. Офигеть, у нас тут есть 4 страницы. Я не знаю, будем мы это все читать, но давайте быстренько прочитаем. Записка от, точнее, письмо от короля. Альтаир, я слышал про Абиса, то, что он был шпионом тамплиеров, нифига себе. То есть, я прошу прощения за предоставленные тебе неудобства, точнее, за проблемы, и я должен знать, что... я должен знать то, что Абис присоединился к тамплиерам, и он был с ними заодно. Сейчас я должен тебе сказать то, что Enemies around the... там существует 10 самых крутых... чуваков, которые пытаются захватить все королевство. И ты должен их уничтожить. То есть в данный момент у нас будет 10 боссов, 10 целей, которые нам нужно уничтожить, чтобы захватить, точнее, чтобы забрать обратно себе свое королевство. А первая цель — это Абул-Нукьют. Абул-Нукьют, которого нам нужно будет убить, я надеюсь, что в этой серии, да. Ага, Абул сегодня на банкете, поэтому бла-бла-бла. Только один алмаз. Если мы убьем Абула Нукуда, то нам дадут один алмаз в качестве приза, ну, за выполнение этой миссии. Ну, в принципе, ладно, пофиг. А что мы будем делать? Это все мы можем выложить сюда. Before the mission, make sure to take plenty of this. То есть, ну понятно, то есть перед тем, как начать миссию, убедись, что ты взял много с собой еды. Все замечательно. Но я не вижу спрятанного клинка. Походу, я его потерял, мне так кажется. Мне так кажется, я его потерял, поэтому не зря же нам тут еще немного припасли, вот так. Ну, ладно, в принципе, ребята, давайте мы сразу же отправляемся на прохождение следующей миссии. Вот она. Мы все взяли, все, что нам нужно было. Давайте. Миссия номер 2. Банкет. Это, как я понял, королевство, да, какое-то? Так, цель. Use the forbidden guitar to get in. То есть тебе нужно где-то достать пропуск, чтобы пробраться в середину этого... гуард, то есть в середину сюда и попасть на банкет. Я не с тобой, можно разговаривать? Ладно, начальник, без проблем. Ребята, знаете что? Back to hub, нет, назад нам не нужно отправляться, но я также не могу сюда никуда идти. Ребята, знаете что? Я бы вам хотел сказать большое спасибо, потому что вы реально очень крутые. На первой серии, на второй серии мы набрали много просмотров, много лайков, и в принципе, многие, знаете что? Многие меня спрашивали, мол, Эдисон, когда выйдет новая серия, когда будет следующая серия Assassin's Creed. Поэтому, ребята, если вы хотите больше серии, если вы хотите, чтобы мы... чаще проходили вот эту карту, вы, в принципе, знаете, что делать. Я также скажу вам большое спасибо, если мы и на этой серии сможем набрать достаточно много лайков и просмотров. Ну, в принципе, лайков, как мы и набирали на предыдущих сериях, ребята, вы будете реально крутые. Ну, ладно, сейчас не об этом, нам нужно как-то достать пропуск. Я вижу там каких-то Стивов без руки, что ли, это начальники тоже. Что нам нужно? Что тут написано? Что тут написано, я не вижу. О! О, доркипер, то есть охранник дверей. Хм, привет, ты можешь пройти только если у тебя есть пропуск.
Чувак, я очень этому рад. Честное слово, я действительно очень этому рад, но иди ты в жопу, потому что никакого пропуска у нас в данный момент нету. А тут нету какого-то паркура, потому что в первой серии, точнее в туториале и в первой серии это была как паркур-карта, да, то есть нам нужно было забираться туда-сюда и сюда. Но в данный момент я не вижу, как же нам туда пробраться. Где наша записка, где наше приглашение на банкет, а? Ага, вот где приглашение, я вернулся в меню выбора вот этой самой миссии, и сейчас я получил приглашение, если честно, даже его не заметил. Ну ладно, в принципе, что нам нужно кинуть сюда письмо, у меня уже есть письмо, мне, наверное, да. Привет, да, спасибо, да, добро пожаловать, ага, зараза. А пропускать ты нас не хотел. Ух ты, дипломаты нафиг. Куча дипломатов. Так, цель. Find the cook. Музыка нам не нужна, поэтому я ее выключил. Но все же, ребята. Найти... найти повара, и он скажет тебе, где ты сможешь найти Абуля Нукуда. Ну, в принципе, круто, мы сейчас попробуем его найти. Какие-то вы все дипломаты прямо на одно лицо. Ну, давайте пойдем. Это Кук? Нет, это не Кук. Тут Кук. Нет, вот он. Да. Ага, Firewood Storage. Дрова, в принципе, я не знаю. Drop the cookie, traffic in here. Приготовленный кого нафиг? Трафик, я не знаю, если честно, что это такое. А тут у нас ничего нету, ничего. В принципе, это мы можем... Мисс... Так. Арбишка, мы тебя и искали. Ща бы... Так, вот эту картошечку можете себе оставить. Нам она не пригодится. Что у нас тут находится? Охренеть. Я даже не знаю, есть ли нам смысл вот это все брать, потому что, мне кажется, это нам просто-напросто в инвентарь не станется. Ну давайте, знаете что, давайте пшеницу возьмем, потому что с помощью пшеницы мы сможем себе хотя бы хлебушек сделать, это, если честно, не так-то долго. Офигеть прям. Офигеть, тут куча всего, я надеюсь, что я смогу тут найти что-то полезное. Печенюшки, да, допустим, печенюшки можно взять, вот так. И что тут у нас еще? И яблочки можно взять, да, в принципе, даже картошечку можно взять. Замечательно. Ну что, чувак, расскажи нам что-то. Greetings, cook, я... Host of this magnificent... Кого? Короче, мы с ним поздоровались, то есть привет, там, повар, ты знаешь, как найти, точнее, виновного этого праздника, да, кто вообще сделал этот праздник. Я могу тебе как-то помочь, чтобы ты мне сказал, и он, да, то есть говорит то, что он немного занят, мне нужно приготовить вот эту всю еду, и если ты сможешь сделать для меня трюфеля, то я скажу тебе, где ты сможешь его найти. Сейчас нам нужно найти там кого-то, бла-бла-бла, приготовить то, найти то, поставить это все в блендер, смешать, приготовить трюфеля и поставить вот сюда, как только мы это сделаем, значит, ребята, он скажет нам, где найти виновника этого торжества. Ну, круто. Нам нужно найти сейчас какую-то книжечку. О, вот, рецепт-бук, вот, мама, вот что нам, в принципе, и нужно было, замечательно, Firewood, вот это, в принципе, тоже нам нужно взять, замечательно. Так, ну что, ребята, давайте прочитаем, как нам сделать. Фу, лазанья, офигеть, нам нужно 3 яйца, нужно 4 сыр, офигеть. Так, 3 яйца, это понятно, нам нужно сыр, и также нам нужно спагетти. Just put everything in bowl and stir. Ага. Ага, я понял, это как приготовить лазанью, это как приготовить трюфеля, тут что еще есть? Direction, ага, мета. Так, все понятно. Так, что нам нужно для того, чтобы приготовить трюфеля? Одно яйцо, один сахар и одно печенька. Не зря же нам тут столько вот этих всех сундуков, да, дали? Да не-не-не, вот так, замечательно. Один сахар, печенька у нас уже есть, что там еще было? Печенька, яйцо и также какао, бобы, где они были? Нет, это вот какао, бобы. И что нам еще нужно? Печенька у нас есть, яйца, да, нам еще немного яиц нужно. Замечательно, что мы будем делать дальше? Может вот тут? Так, вот. Блендер, ага, трюфель хир. Я надеюсь, что это поможет. Допустим, если мы поставим 1, 2, 3 яйца, да? Мы поставим 3 яйца, 1 сахар, 1 печеньку. И что там еще было? И 3 какао-боба? Так. А, нет, все по одной штучке, ребята, нам нужно. Допустим, вот так. Вот так и 1 печенька, вот так. Работай, может, а? Я не знаю, честно, как это работает. Давайте еще раз прочитаем. А, знаете что, я забыл пшеницу поставить. Вот. Я забыл поставить пшеницу, но я, если честно, и так не понимаю, почему это не работает. У нас тут есть
Одно, другое, три, четвертое, пятое. Так. А, так, сейчас, ага, тут нам пишет, как это все нужно поставить. Put the cocoa bean in middle. То есть нам нужно поставить какао-бобы в центр. Вот так. Дальше, что нам нужно еще сделать? Дальше нам нужно with to the left and cocoa beans of the... Ага-ага. Так, ну, в принципе, я что-то понял. Я пока что думаю, наверное, вот так. Не вот так. А мне кажется, вот это нужно поменять. Да! Повар! Учимся, ребята, на... Нифига себе! Труфеля в отдельном Майнкрафте, ребята! Учитесь! Учитесь! Реально, труфеля прям в обычном Майнкрафте. Это можно уже выкинуть, мне кажется. И сейчас нам нужно поставить это все сюда. Приготовить труфеля это сюда и фаервуд это сюда. Да? Я надеюсь. Дайте я выключу сейчас дождь и, в принципе, мы приготовим наши труфеля. Ага, приготовить, потом поставить в печку, приготовить, используя фаервудс и после этого дать... повару. Ну, в принципе, все, у нас вот это работает. Овен, вот тут у нас есть Firewoods, да. А вот, да, допустим, мы еще раз взяли, поставили вот сюда. Вот, замечательно, только я не представляю, почему это... А! А, значит, одну штуку нам нужно. Нифига себе, какой красивый у нас труфель получился. Сейчас нам, в принципе, нужно выкинуть его сюда. Да? О, спасибо, спасибо, мальчик! Other merchants, ага, they are not nice. Но сейчас я тебе скажу, где находится Абулнукрут! Какой-то там богатый чукча. И он находится на балконе, где он всегда проводит банкет. Ну, в принципе, туса идет, а он на балконе сидит. Так, нам нужно пойти на балкон и застукать Абуланукуда, что он там делает. Ну, в принципе, балкон у нас тут 100%, да, находится. Нету никаких лестниц, чтобы... Это вот ты, чувак? Абуль. Привет. Rich Merchant, да, это он. Хей, мальчик, я потерял мои часы где-то в кухне. Принеси их мне, я не знаю, я вам какой-то мальчик на побегушках. Тому сделай трюфеля, тому принеси часы, и я дам тебе что-то особенное. Звезду? Ну, можно, можно, потому что звезда это коллекционный предмет, который мы можем потом... А, я их нашел? Или... А что я поднял? А, это я, наверное, яички поднял. А, это круто. Это все круто, но где твои часы? Чувак, я не помню, честно. Ага, вот где они были. Смотри, ребята, он потерял их прям в печке. Ты чё, дипломат, а? Ты чё, дипломат, а? Ты дипломат, а не бойц... Не участник бойцовского клуба, ладно. Пойдемте и отдадим эти часы нашему богатому... А, я уже... Во! Хей, отдай мне это! Я думаю, то, что заслужил эту звезду. Ну, спасибо. А, в принципе, все, чувак, все, все. Ты доволен? Дал мне звезду? Ну, круто. А, только, как я понимаю, это был он или нет? Нам нужно еще выше пробраться. Он был на балконе, это не балкон. Вашу мать дипломатов, я бы сейчас вас всех перебил, но у меня реально это просто-напросто нету ни желания, ни времени. Нам сейчас 100%... Твою мать, а. Нам сейчас 100% нужно будет сюда забираться, и это... Может мне ботиночки лучше снять, потому что они действительно нам дают много скорости, которая, ну, не совсем нам помогает. Поэтому лучше нам их снять и попробовать добраться вот так. Да, так намного проще. Давайте покушаем. И, в принципе, да, вот сюда, сейчас вот сюда, вот сюда. Как я ненавижу, честное слово, ребят, как я не люблю паркур, твою мать, на лестницах, а? Не-не-не, в этот раз я не стукнусь, но сам упаду. Ладно, ребята, сейчас мы вернемся, когда я окончательно туда уже смогу забраться. А нафиг этот конченый паркур на лестницах. Я реально его не очень люблю, потому что, ну, не люблю, вот честно, не люблю. Сюда я уже, в принципе, могу запросто забраться. А сюда, ну, сюда тоже сейчас забрался, но все же. Сюда-то я забрался. А сейчас куда нам нужно? Не знаю, честно. Ну ладно, я забрался сюда. Сейчас что дальше? Ага, я вижу тут вот эти мелкие... Ребята, помните, что у нас было в туториале? То есть мелкие вот эти фиготнюшки. Замечательно, мы сюда забрались. И тут у нас был спрятанный орб. Замечательно. Просто замечательно. А, ну куда нам дальше? То есть мы сюда забрались, мы сюда прыгнули. Где у нас вообще находится балкон, мать его? Вот наш балкон, то есть вот он. Ага, сейчас нам нужно обратно туда возвращаться. Ну круто, ага. О, ребята, я забрался сюда, и смотри, что мне сразу в чат написало, то, что привет, Альтаир.
приготовься к боли. Но сейчас ты увидишь, кто приготовится. И мы убили Абуля на Куды. Не знаю, как его называть. Да ты умрите. Это все? Ага, сбежать, прыгни через окно. Это, в принципе, то, что нам даже нужно было. Офигеть, я запаниковал, потому что... круто. Ага, и сюда? Ты, твою мать, издеваешься, а? Я опять тут оказался. Дайте мне выбраться. Вот, замечательно. Не умирай, Альтаир. И, в принципе, нажать сюда, чтобы выполнить. Да! Мы выполнили... Да, ребята, мы выполнили вторую миссию, и нам дали один алмаз. Третья миссия разблокирована. Где она? Вот тут, ребята. Давайте нажмем. И разблокировка. И... О, да! The Scribe. Не знаю, что это такое, но все же, ребята, это у нас будет третья миссия, где мы опять будем чем-то заниматься. Я надеюсь, то, что это будет действительно очень даже круто. Давайте, знаете что, давайте вот это мы все сначала выложим вот сюда, потому что в данный момент это нам не нужно. И заберем нужные нам вещи. Да, ребята, Old Man Keeper's Diary. Ну, пускай будет. Ладно, ребята, это мы все забрали, замечательно, это можно, я не знаю, нужно ли нам это будет все читать. Мне кажется, то, что нет, поэтому давайте это тоже выложим, мы будем знать, где это все находится. И, в принципе, дрова мы тоже можем выложить. И знаете что, ребята, давайте пойдем на наш второй этаж. Ах, нет, почему у меня тут так мало ФП стало? Что это за хрень? Так, ну вроде все нормально. Чувак, а ну, дай-ка мне по заднице. О, спасибо. О, прям под речком. Ну что, ребята, что мы можем купить? У нас есть один алмаз, у нас есть... Ага. А, я думал, что он там делает. Знаете что, мы можем, в принципе, что-то купить, где наши алмазики, 8 алмазов, и мы случайно ничего тут не хранили. Нет, больше ничего такого. Мы, в принципе, сейчас можем опять сюда спуститься и попробовать что-то нужное нам прикупить. Вот так, замечательно. В этого трейдера мы можем обменять вот так 14, замечательно. И больше золотых монет у нас, к сожалению, нету. Но, в принципе... что мы можем сейчас купить, ребята? В данный момент нам нужно какое-то оружие. Потому что ботиночки Альтаира у нас есть. И даже не Альтаира, а Эцио. Вот, правда, у нас уже поломанный костюмчик. Нужно будет себе новый прикупить. Но все же, ребята, как видите, меч у нас 4 урона не очень, да. Поэтому давайте мы прочитаем, что у нас тут будет нормального. Если мы возьмем вот этот... отравленный клинок и прочитаем, что он нам дает и как и сколько он стоит. Что он нам даст? Так, отравленный клинок, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Если ты ударишь свою цель, то before you're very... Ну, понятно, то есть он отравится, можно так сказать. Где разместить? Ага, и какая стоимость? 18! Иди ты в жопу, а. А что нам даст вот этот топорик? В принципе, сколько тут урона, мне, если честно, очень хочется знать. Давайте в первую очередь посмотрим, сколько он стоит. 10. Вот 10 это уже допустимая цена, потому что 10 алмазов у нас есть. Какое-то странное оружие, которое изготовлено из чистой стали, которое дает адреналин своему владельцу. Это круто. А это что такое? Вот это я уже смотрел. Вот это, если честно, мне нравится. Вот этот ледяной меч, который замораживает противников. Это круто. Давайте посмотрим, сколько он стоит. 25 алмазов! Вот это круто! Вот эта пушечка крутая, хоть я не представляю, что это такое. Но все же она слишком дорогая для нас. Мне кажется, может нам еще немного повременить. 15 алмазов. В данный момент у нас 14. Нам нужно минимум еще один алмаз для того, чтобы купить вот этот ледяной меч. Поэтому, ребята, мы его сможем купить только в след... Да, дай мне выйти. Мы его сможем купить только в следующей серии. Поэтому нам нужно немного подождать. Если честно, мы можем еще немного подкопить и купить еще лучше меч. Поэтому, ребята, думайте вы. А, это мы поставим тут на пережарку. И знаете что? Давайте скрафтим, в принципе, дофига хлебушка. Потому что это будет круто. Вот так. И вот так. Круто. Прям один стак. Все. Пни меня, пожалуйста. Спасибо. И мы отправляемся на второй этаж. Сейчас выкинем нам ненужные вещички. В принципе, о, давайте, знаете что, давайте сюда орб еще поставим и также не стрелу, а звезду поставим. Тут, в принципе, мы можем удалять нам ненужные вещички. Допустим, вот это и вот это. Да, удалилось, замечательно. Дальше сахарочек удалили, яйцо удалили и, в принципе, все. Еще вот тут это яйцо удалили. Нормально, все, круто. Сейчас мы сюда вернемся и
поставим на хранение алмазики. И, в принципе, все, ребята. На этом мы можем заканчивать вот эту серию. Я надеюсь, что она вам понравилась очень-очень-очень сильно. Если вы хотите больше серии Assassin's Creed, как вы знаете, мы уже прошли 2 миссии. Еще может быть 8 миссий, если вы, конечно, хотите их видеть, ребята. Как только мы наберем 2500 лайков, сразу же выходит следующая серия. Поэтому, ребята, все, что вам нужно, это просто поставить лайк. Чем быстрее мы наберем 2500 лайков, тем быстрее выйдет новая серия. Поэтому, ребята, не ленитесь поставить лайк. Это только одна кнопочка. Если вы на нее нажмете, я скажу вам большущее спасибо. Я действительно буду этому очень сильно рад. Также вступайте в нашу большую дружную семью подписчиков. Все, что вам нужно, это просто подписаться на мой канал. Я вас всех, ребята, приглашаю. Я вас прошу на меня потратить всего лишь 2 секунды. Это не так много. Одну секунду на то, чтобы поставить лайк, и одну секунду на то, чтобы подписаться на мой канал, ребята. Вы действительно сможете сделать для меня приятно, потому что это дает большущую мотивацию для записи новых видео. Вот честное слово, ребята. Я говорю вам спасибо за просмотр, потому что если вы досмотрели это видео до конца, вы большущий молодец. Не каждый может досмотреть, многие перематывают, многие выключают. Если вы это сделали, точнее, если вы досмотрели, а не перемотали, не переключили, не выключили, вы реально заслуживаете уважения. За это вам, ребята, спасибо. Приходите смотреть новые видео. Новые видео выходят каждый день, я всегда жду, не стесняйтесь, ребята, вот честно придете, посмотрите, я за это вам только лишний раз скажу большое спасибо. Ребята, еще раз спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.